Первое дыхание осени – просто счастье после жаркого и знойного лета. Настало время узнать, осчастливит ли нас 15-й день сентября в четверг. В эфире прогноз погоды, и я его ведущий Николай Диденко. Здравствуйте! В ближайшие сутки Украину местами вновь порадует ясное небо и тепло солнца. Дождевые тучи обойдут в этот день Украину стороной. А вот температура воздуха стала ниже по сравнению с началом недели. В среднем по стране ожидается плюс 18 градусов. И теперь детальнее о синоптической ситуации по регионам. В центральной Украине суточные температурные показатели составят 8-18 градусов тепла. Чистым небо будет в регионе в ночные часы, а также местами утром и после заката. В остальное время здесь прогнозируется небольшая облачность, но к осадкам это не приведет. На юге страны за сутки термометры покажут 13-21 градус со знаком плюс. Ночь в регионе предвещается пасмурная, хотя в Симферополе в это время облаков наблюдаться не будет. Но уже на рассвете белая пелена рассеется, и южан порадует солнечный день. Температура воды на побережье Черного моря плюс 18 градусов. В это время происходит переход среднесуточной температуры воздуха через отметку 10 градусов. В старину наши предки в этот день следили за закатом. Если он будет красным, то морозов долго ждать не придется. Что ж, попробуем воспользоваться подсказками природы. В Западной Украине в течение суток температура воздуха будет колебаться в пределах 9-22 градусов выше нуля. В Ровно, Ивано-Франковске и Львове прогнозируется ясное небо ночью, днем и вечером. А на служебные места жители региона проводит небольшая облачность. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха опустится до отметки плюс 8, но в дневное время прогнозируется до 20 градусов тепла. В Чернигове и в Сумах день выдастся пасмурным, а в Житомире облачным будет лишь утро. Осадков по региону не предвидится. На востоке в течение всего дня будет преобладать небольшая облачность, но обойдется без дождей. При этом синоптики не исключают и прояснения на восточном небосводе. За сутки термометры покажут от 8 до 21 градуса выше нуля. Температура воды на курортах Азовского моря плюс 20 градусов. Солнце все позже поднимается над нашим регионом и быстрее скрывается за горизонтом, готовя нас к коротким световым дням. В четверг оно покажет в 5 часов 58 минут, а сядет в 18 часов 36 минут. Сейчас подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно будет увидеть 7-9 градусов выше нуля, а днем воздух прогреется до 17-19 градусов. Весь день область будет покрывать облака, но дождей они с собой не принесут. В Донецкой области ночные температурные показатели составят 7-13 градусов тепла, а в полуденные часы они поднимутся до 18-19. Ясным небо в области будет в первой половине дня, а после обеда Донецк и Мариуполь окутает небольшая облачность. Зонты здесь не пригодятся. В Днепропетровской области ночью предвещается 9-11 градусов тепла, а в дневное время 18-20. Облака появятся в области после полудня, но осадков здесь не предвидится. Температура воды в Днепре плюс 17 градусов. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха 9-20 градусов тепла, облака на небе киевляне и гости города увидят только в утренние часы. В остальное время их порадует ясный небосвод, без осадков. Это были данные метеорологов на четверг, 15 сентября. Осеннего вам вдохновения и до встречи в нашей студии.